Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Вот я уже сегодня, 2019, 11 июня, еду Коканд перед Памирский тракт. Получается, у меня это тренировка. Вот я сейчас в Ангрене за 5 часов добрался. Смотрите, какой этот кашонок такой. Короче, я до дома доеду, получится у меня 260 километров будет. Потом ночую один день и возвращаюсь обратно. Получится 520 километров. Это задний я должен переходить сегодня Камчатский перевал. Дорогие друзья, будьте здоровы, до следующего видеоролика. Теперь будем в перевале Камчик, где вершина перед туннелем. Будьте здоровы, до следующего видеоролика.